Еще один детский конкурс, но только теперь на знание правил дорожного движения, прошел в столице республики. Участниками республиканских соревнований под названием «Безопасное колесо» стали юные инспектора дорожного движения. Все подробности знает Камиль Девятов. В финал конкурса вышли команды города Махачкала, Хасавюртовского, Шамильского и Сульманстальского районов. Региональный этап проводится управлениями образования муниципалитетов совместно с подразделениями госавтоинспекции республики. Усилия госавтоинспекции направлены на то, чтобы вовлечь как можно больше детишек в движение юных инспекторов. Естественно, общаться больше с этими детками, которые наиболее заинтересованы в том, чтобы на дорогах Дагестана было как можно меньше пострадавших детей. Цель конкурса в первую очередь – привлечение детей к участию в пропаганде правил дорожного движения. От правильного поведения участника дорожного движения зависит многое, поэтому подобные мероприятия носят обучающий и предупредительный характер. Предупрежен – значит вооружен. Профилактика безопасности дорожного движения охватывает разные сферы образования, начиная с учебного процесса, заканчивая воспитательной работой. В рамках предметных дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности» изучаются мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Министерством проводится ряд всероссийских и республиканских конкурсов, направленных на снижение уровня смертности гражданского населения и, в частности, детей. Организаторы приготовили непростые испытания для участников. Полоса препятствий, ее проходят на велосипеде. И как можно быстрее. Усложняют испытания фишки. Задевшего их ждут штрафные баллы. Помимо фигурного вождения велосипеда, дети отвечают на вопросы по правилам дорожного движения, обеспечения безопасности жизнедеятельности и медицине. В состав жюри входят сотрудники госавтоинспекции, управления госавтоинспекции, непосредственно преподавательский состав детской и юношеской автошколы и представители Министерства образования Республики Дагестан. По итогам всех конкурсных программ мы выведем победителя с учетом штрафных баллов, которые заработали, и определим победителя. По итогам конкурса будет выявлена команда-победитель для дальнейшего участия во всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Он пройдет в начале июня в городе Казань. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.